Всем привет, ребята, с вами канал Кубидан, и сегодня мы продолжаем развивать нашу расу Дектрон Индекс. Да, в прошлый раз меня хорошенько вмазали, причем такую прям хорошего такого, знаете, вот леща, знаете, вот твой лучший друг с разгона бежит и тебе вот такого леща всаживает. Вот, но ничего, я не буду, на самом деле, отчаиваться или расстраиваться, будем потихонечку подниматься с колен, вот, и пытаться как-то преуспеть сейчас. В данный момент у меня половина кораблей находится непонятно где, поэтому я буду их ждать. Сектор наш благополучно развалился, да и черт бы с ним. На самом деле, мне вот жалко просто две планеты, полностью заселенных роботами, это даст нам огромный пинок назад, к сожалению, но... Что поделать? Я знал, что я делаю, я знал, на что я иду. Вот, и придется нам немножко попотеть. Но между тем. Так, значит, более дешевый... Вот, да, расчистку. Так, значит, я все равно тешу себя мечтами о том, что я все-таки сделаю какое-то подобие империи... Тихо, сейчас, секунду. Один момент, ребят. Я кое-что понял. Реформировать правителя... Ля-ля-ля-ля, стоимость указов, скорость строительства роботов или... Ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап. Вот. Эх. Ну что, хорошо будет. Темп исследования. Может еще вот это убрать? Не знаю, я потом еще раз смогу реформировать. Ну, понимаете, да, перед войной прямо сразу. Сейчас мне нужно немножко ретироваться. Вот мне правильно подсказали, что было бы здорово, если бы ты действительно пересобрал вот эту вот штуку. И сейчас сделал бы какой-нибудь упор в минералы или что-то в этом роде. То есть прям, знаете, такая максимальная экспансия, если так можно выразиться. Альтернативные исследования. Хотя вот это тоже очень вкусно. Что это такое? Возбунтовавшийся служитель. Начните игру с двумя органическими поселенцами. Но это другие. Это уже нам не подходит. Так, сейчас. А где тут есть? Вот, горнодобывающая, да? Плюс 10% минералов империи. Даже не знаю. Нужна ли мне армия пока что? Наверное, не нужна. Поэтому мы что делаем? Берем и увеличиваем добычу. Реформа. Я же сразу могу реформировать. Конечно, сразу. Все. Я, конечно, понимаю, что это сейчас капля в море, но в перспективе это будет очень даже неплохо. Так, ладно, погнали. Ускоряем время. И, значит... Ух ты, да у нас тут вообще поле непаханное. Ну, конечно, вот это меня немножко раздражает. Ну, ладно. Здесь, кстати... А, так, что они там гарантируют суверенитет? Ну, вы там гарантируйте. Я вот с этими мужичками сейчас попробую как-нибудь. Ну, не с этими, конечно. Я, кстати, думал, что они их уничтожили. Они просто вассалами предложили стать. Так, что у нас там? Наш соперник. А, в смысле, они мне соперничество объявили? Блин. Просто, видите, я вот не хочу, с одной стороны, получать по жопе... Вот, от него. С другой стороны, он не хочет просто скидывать с меня соперничество. И это вообще какое-то... Может, как-то с ними договориться, я уж не знаю там. Еще, знаете, я тут вспомнил, что я вот на этой планете, своей родной, отдал им космопорт. А, они космопорт тоже снесли. Семен Семенович. Блин, роботы. Надо было на последнем издыхании их переселить за этот, как его... В счет этого влияния. Эх, Антоша, ну как же ты так, а? Так, ладно, вот здесь вот надо будет построить еще крепость. А, она уже построена. Ну, уже хорошо. Мне уже нравится. Так, чуть-чуть мы себя обезопасили. Я так полагаю, что я практически на каждой планете построю по этой штуке. Вот, ну по крепости в смысле. Текс. Так, научный кораблик. Ну, а чё ж мы спим-то? Фи, здрасте, приехали. Давай, помогай в исследованиях. Где научный корабль? Этот здесь остался. Этого даже не трогали. Этот научный корабль где? Так, тебя мы отправим вот сюда. Так, еще научный корабль. Два научных корабля неизвестно куда канули. Ну, они скоро до меня доберутся. Это временная такая фишка. Пару месяцев уйдет, прежде чем они... Нифига себе, тут звезды далеко, да? Хотя... Сейчас. У нас же уже есть варп-движки более высокого уровня.
Так, сейчас крепость, оборонительная станция, транспортный корабль, научный корабль. Бах! Почему бы и нет? Пускай будет. Ну, сейчас эти два научных появятся, я их сразу в этот, как его, затолкаю. Блин, и транспортник с этими, с головорезами. Каркасская армия. Тикс. Все, минералов поднабрали, сейчас в каждом поселении по поселенцу надо будет воткнуть. Так, эх, опять не то нажал. Бабах. Ну, одно хорошо, мы избавились от старых, древних наших роботов, самых первых, да? Которые были совсем, ну, как это называется-то? Совсем непригодными, да? То есть мы их... Блин, ну я эту фигню... ладно. Эту планету вообще по приколу взял. Потому что здесь был вот этот ресурс. Блин, а теперь этот ресурс есть у этих. Засранцев. Ну ладно, ничего страшного. Так, все, ждем. Пока у нас что-то тут прояснится. И сейчас вот здесь вот начнем втыкать. Блин, вот, знаете, мне больше всего за исследование жалко. Вот тут просто, вот серьезно. Вот ничего не жалко, вот кроме исследований. Там потому что у нас... там и памятники были. Ёшкин-матрёшкин. Или вот здесь памятник. Нет, у них тоже памятник был. Тварь, а. Чёрт, два памятника. Точно, я же в Я же в столице памятник поставил. И в этом. Ё-моё. А я-то думал, мне там терять нечего. В итоге есть чего. Эх, ну ладно. Текс. Я тут могу построить эту штуку? Нет, не могу. Кстати говоря, я тут даже не построил добывалочку этого. Как его называют? Влияние. Надо потихонечку восстанавливаться. Так, здесь уже эта штука есть. Так, электростанции. Давайте улучшим электростанции, раз уж есть такая возможность. Нам сейчас все пригодится. Прямо все. Так, очищаем. Пум-п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 ум. Так, где мой еще строительный корабль? Вот он, наконец-то. Я его дождался. Так, сейчас. Инженерная лаборатория или редкий ресурс? Давайте редкий ресурс, 15 месяцев, не так уж и много. Строительный корабль. Так, что у нас там корабль наш строительный строит? Так, давай-ка ты, дружок. Так. Значит, вот здесь построишь. И вот здесь действительно построишь. Станция, не станция. Так, все. А второй строительный корабль полетит вот сюда. Нет, вот сюда. Черт. Ладно, хотя бы переместись сюда. Сейчас мы вот так вот раскидаем его. Так, у меня там корабли, по-моему, прилетели. Так, сейчас добывающие. Все, ждем. Так, научный. Так. Похоже, приближается к пределу своих возможностей. Ну-ка, что это там? Ну-ка, повнимательнее, ну-ка, дайте посмотреть. Еще один параноик, понятно, заторможенный в развитии. Заторможенный в развитии робот! Вы это представляете себе? Я в шоке. Тут, по-моему, нормальных людей просто не бывает. Точнее, нормальных роботов. Вот в наше время строили роботов. А сейчас какие-то, да, вот так вот. Сделаем. Все. Будем исследования давить. Так. Тихо. Научный корабль. Чтоб не отвлекаться. Так. Опа. А, ну да, правильно, она у меня была. Текс, помогай в исследованиях. Лишнее влияние нам не лишнее. Так, вот и научный корабль подтянулся. Так, а вот этот научный корабль пускай у нас, во-первых, улучшится, а потом пойдет исследовать высоты, если здесь что-то осталось. Если ничего не осталось, мне кажется, что он на этом гиперранце, он как раз-таки, точнее, на третьем, не, на втором уровне пространственного движка, по-моему, он сможет вот сюда прыгнуть, потом вот сюда. Ну, только если тут никого нету. Исследование все-таки не последнее у нас. Так, значит, давайте смотреть. По энергии проседаю. Просто адово проседаю.
Ну ничего, сейчас у меня вот здесь вот улучшается на поверхности моей электростанции. Technological acquisition successful. Так, вот здесь уже почти достроился, да, чувачок у нас. Так, давайте-ка его тоже в энергию. Вот это у нас будет столица энергии, там будет столица этого, как его, столица исследований. Так, что там за технология? Ага, расчистка. Найс. Так, зоология. Изучение фауны миров позволяет нам понять поведение инопланетных созданий, а также идентифицировать и одомашнить мирных существ. Прикольно. Эти роботы, которые такие, о, прикольно. Ай, боже. Так, еще транспортная флотилия и наблюдательная станция. Блин, что с ними интересно можно сделать? Вассалами, может быть? Так, основные сектора. Даже не знаю, фракции у меня нету. Сооружение. Давайте, давайте, сделаем. Почему бы и нет? Так, это где у нас? Это... Так, во-первых, вот здесь надо еще одного поселенца воткнуть. Еще один поселенец, и я смогу улучшить, а потом уже дойти до электростанции. То же самое. А, здесь я уже ель построить. Пи-пи-пи, были бы деньги. Упси. Больше нельзя построить, купите новое. Ну, в смысле, у меня отобрали. Что значит купите новое? Можно мне еще по скидочке? Ну, так, чисто по-братски. Ну, блин, 1500. Ну, давайте за 700. За 700 было бы вообще здорово. Такс. Давай, 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 давай. Чини, 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 чини. Все, отлично. А. Так, это сюда, это сюда. Так, а где новенький-то? Новенький, по-моему, здесь появился как раз-таки. Такс, 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 такс. Так, электростанция, электростанция, электростанция. Все, ждем, пока наберутся ресурсы. Опять 25, да, опять по новой. У меня такое ощущение, что эта граница увеличилась. Что у вас там вообще? Что с вами там? Минус 184, ксенофобия, наш соперник, бездушные машины, бла-бла-бла, трение на границе. Ну, короче, я так чувствую, это будет больно. Что, с этими, что ли, немножко поссориться? Ну, просто какая фиг разница, блин, что я у них соперник и что... А, нет, подождите. Взаимные угрозы, так, а что это за взаимные угрозы? Так, 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 ага. Ага, и что это? А, ладно, короче, ничего страшного. Так, ты у нас кто? Блин, это вообще, это... Ну, тут мужик вообще ни о чем. Слабый, слабый. Флот сильный вроде, да, а сами слабые. О, я смог долететь. Ничего-ничего, сейчас мы исследования подтянем. Сейчас мы все сделаем. Ну, конечно, меня эта война немножко откинула назад. Ну, я бы даже сказал, не немножко, а прям так нормально, прям... Знаете, как этот... с ноги Чак Норрис. Ну, ладно. С ноги Чак Норрис, это если бы я еще вассалом стал, вот это было бы вообще больно. Я уже, честно говоря, в такой момент... Ну, не то чтобы не имею смысла... Точнее, не вижу смысла играть. Правильнее, наверное, сказать, что я в такие моменты просто такой сижу и думаю... Интересно, интересно. Так, производит 2 и плюс 10% планетарной модификации. Не, здесь у нас минералов не будет, здесь у нас будет чистое исследование. Ну так, для галочки можно поставить, чтобы еду просто выкинуть отсюда. А то у нас с минералами вообще беда. Так. Ну и, конечно, электростанции там, где это возможно, мы тоже поставим. Так, давай, поехали. Надо почаще эту кнопку прожимать. Так, это улучшим, это улучшим. А, уже 14 энергии у нас, отлично. Так, а где у нас вторая планетка с этим... А, ну да, ледяная, точно, вспомнил. Вау. Можно в физическую лабораторию пойти, а можно такую пойти. Что у нас там? Да, физических исследований у нас вообще отстойно идут. Текс. Очки модификации машин. Ну куда еще больше? Куда еще бы? Вы же помните, у меня там 4 очка вообще этой модификации. Сейчас, подождите, дайте-ка глянем. Мне просто интересно. Сейчас. Изменить шаблон. И я что-то еще смогу сделать? Влияние на отношения, стоимость товаров массового спроса, прирост лидера, стоимость строительства роботов, энергокредиты, содержание роботов, 10 минералов. Ну давайте еще, почему бы и нет? Нет, ну, я просто даже не знаю, ну, тут... Хотя, ладно, давайте лучше ресурсы ценные поизучаем. Ну просто это уже какой-то, ну, не бред, а просто не знаю.
альфа-концентратор. Ну, давайте попробуем. Текс. Текс, текс, текс. Так, строительный корабль все достроил, да? Так, давай достраивай станцию. И потом, где у нас тут энергия-то есть? Ну, до этой энергии он сам дотянется. Вот этот вот второй кораблик. Вот, а мне пока надо нащелкать ту, которая есть. Точнее, не так. Я даже вот так пойду сейчас. Смотрите. Значит, я возьму строительный кораблик. Вот этот, по-моему, да? Добывающая станция. Ну, ё-моё, ну как я так облажался, а? Чёрт. Так, вот второй. Значит, второй у нас будет строить добывающую станцию. Так, добывающую станцию. Сейчас мы всю энергию просто займем сразу. Ну, почти всю. Так. Добывающий. Антоша, ты эрудит. Так, подождите, я его сейчас... Отстань. На Ctrl-2 забью. Он что-то у меня распоясался. Так. Еще где у нас энергия? Вот здесь еще есть энергия. Так, так. Видите, не зря я аномалии раскапывал. Вот благодаря тому, что я раскапывал аномалии, у меня как раз-таки получилось, что... этот, как его... Что я смог совершенно спокойно вот так вот... Мысли. Как-то за пределы. Вот это. Да, все. Так, ждем. Давай. Мы должны действовать. Мы обнаружили чужие космические корабли в звездной системе. Понятно. Че, вот здесь что ли? Ну что ж ты будешь делать, а? Вот прям не имется. Хотя, честно говоря, мне совершенно пофиг на них. Вот, я, честно говоря, вот так вот сюда вот сейчас прилечу. И пускай они тут порвут их. И что, все, ты больше никуда... Не, можешь прыгнуть. Расторгаю договор об эмиграции с Империей. О, боги! А, там война с кем-то началась. Понятно. Вот энергия. Вот эта вот мне штука нужна. Ё-моё. Так, а что с нашим этим произошло? Что произошло? Подождите. Алло. Что с исследованием? Что случилось? Кого я прогневал? А, вдохновение, видимо, прошло, да? Видимо, у нас про этот, как его, проскакало. Помните, мы вдохновителей брали, да, и у нас... Хотя нет, подождите, оно на исследование разве было? Давайте еще раз возьмем. Сейчас. Блин, это, конечно... Слушайте, это уже здорово. Так, а с кем мы там связываем? Нет, не с этими, по-моему. По-моему, вот с этими. Да ё-моё. Отдай. Мы заинтересованы. Помогите нам провести исследование. Так. Вот так вот. Окей. Так, давайте смотреть. Ну нет. Это что-то вообще невероятное. Что произошло? Нет, мне просто интересно. Вот у меня было просто много сначала, потом сразу мало. Ну ладно. Ну вы помните, да, 70 месяцев должно было это изучаться. Может быть, кто-то из моих крутых чуваков... получил очередную, я не знаю, там очередную какую-то особенность. Вот, в организме. Блин, робот. Ой, робот-дегенерат. Я не могу просто. Нет, серьезно, меня это до сих пор удивляет. Хотя вот сколько я уже раз это вижу. У меня как минимум дважды они становились. Хотя, честно говоря, я не удивлен, что они такими становятся. Учитывая то, что я там творил в военное время, да. Так, ну что, давайте там посмотрим, как наказывают, мои остатки флота наказывают вот этих вот аборигенов. Давайте, сейчас еще проиграйте, я вообще буду удивлен. Ну, минус один корвет, это точно. Так, научный кораблик, иди сюда. Исследовать проект. Потом исследовать систему. А потом уже куда хочешь. Все, отлично. Так, а где у нас...
блин, по-моему, у нас в столице, да? У нас даже в столице космопорта нет. Ну, ё-моё, чё за дела такие? Что вообще, как это крутится, как это вертится? У нас вот здесь, по-моему, да, космопорт? Блин, а где у нас космопорт? Вау. Вау. Сейчас, планеты, сектора. В Юве. Это где? А, ну да, только здесь. Ну ладно. Текс. Или, нет, я лучше в столицу перемещу. Вот, а в столице сейчас сделаю, как раз таки построю. Так, сейчас. Так, импульсный двигатель. Или улучшенных засранцев. Или инженерную лабораторию. Ну, конечно, улучшенных засранцев. Такс. Такс. Сколько там надо для постройки? По-моему, я уже могу построить. Сейчас. Систра. Боже, губернатор обретает новые навыки. Так, поехали. Я уже боюсь, ребят, вот мне честно. Мне уже страшно. Да что вы говорите? Наконец-то он что-то полезное приобрел. О, боги. Я не могу просто с этого. Это так здорово. Так забавно. Такс. Исследования идут. Это все идет. Корабли я сейчас поставлю на орбиту, чтобы они мне не это как его много не жрали. Так, в очередной раз мне говорят, что у меня планетарная тревога. Ой, не могу я просто с этой штуки. Так, тропический. Во, отлично. Мы теперь улучшились, и поэтому можем здесь построить... Ну, почти можем. Давай. Можем построить. Так, здесь я еще не... А, нет, зоолаборатория уже изучена. Ну, все равно сюда сначала человечка надо посадить. Вот так вот. Я бы даже их вот так местами бы поменял. Вот, а здесь это зоолабораторию построил. Давай. Я даже не знаю, столицу чего здесь делать. Наверное, столицу культуры. Тут я вот сейчас памятник еще воткну. Так, лазерные дроны. Отлично. Тут еще какую-нибудь фигню сейчас воткнем. Покруче. Просто здесь планетка маленькая. Здесь, я говорю, только вот ради вот этой энергии я сюда пришел. Можно сказать. Так бы я вообще даже на нее не обратил внимания. Так, здесь что у нас? Поселенец. И вот я вот не уверен, они в 15 раз быстрее стали строиться или нет? Или не стали? Так, давай. Отлично. Может, эту столицей минералов сделать? Вот так вот чисто. И у нас еще дофига этого. Через сколько традиций будут? Через 13 месяцев. Так, и мы изучим стоимость содержания сооружений. Сейчас будем микротранзакциями заниматься. Так, это они починились сами по себе. Научный корабль этот исследует. Все, все пределы. Мне нравится. Вот я не знаю, вот этот пограничный... Ну да, мне эта пограничка нужна. Потому что у меня здесь дополнительный безработица. Где? Что ты говоришь? А ты, дурачок, как туда залез? Безработица у него. Но я прям, по ходу дела, сейчас чувствую прям, что у меня быстрее стали роботы строиться. На целых 15%. Так, ладно, давайте уже построим здесь лабораторию, а то я действительно очень много теряю вот этих вот очков научных. Потому что люди у меня работают вроде как. Ну, как люди. Бездушные машины! Но они мне как дети. Вообще, это было бы, так знаете... Иронично, да, то, что человек, ну, точнее, роботы, типа, такие все сильные, все крутые, да, а на самом деле сидит какой-то чувак, ну, вот помните серию, сейчас, Футурамы, кто смотрел, когда они великой Рабанаке поклонялись, да, это оказалось робот, да, но вот представьте такую же ситуацию, только там окажется человек, да, и он такой: «Машины мои, я создал вас, типа, живите». Я подарил вам эту вселенную. Там, галактику, я уж не знаю. Вот там, приносите радость. Знаете, как этот, если уж так говорить, то представляете, как бы было интересно. Вот помните, я вот в прошлом, точнее в первом сезоне, еще
ну, как бы нашел планету, где, ну, как бы останки были роботов. Вот, и эти останки роботов, там было написано, что вот, роботы там, тр-тр-тр-тр-тыр, вот, они захватывали всю галактику, но потом внезапно остановились, вот, и решили подзабить. Так вот, как бы было вот интересно, да, что вот здесь действительно причина была в этом. Ну, представьте, да, то есть они как бы докапываются до сути, ну, понимают вообще, пытаются разобраться, точнее, в чем тут дело, вот, и в итоге оказывается, что действительно... их, как бы, я не знаю, их главный, их начальник оказался именно обычным кусочком мяса. И они такие: о боже, что мы наделали? А он им там завещал, типа: вы хорошо потрудились там. Как там это обычно бывает, да, в стиле крестного отца. Это был бы интересный такой, знаете, ну, сюжетный твист, что ли. Но, к сожалению, игра не про это. Вот, то есть, нет, здесь есть проявление сюжета в плане, ну, вот такие вот мимолетные, которые мы можем увидеть, но таких вот, наверное, глубоких каких-то вещей здесь нет. Хотя, знаете, тоже из глубоких вещей здесь же очень много и идей. Так, сейчас, подождите, обслуживание поселений. Ах ты, ну, давайте, да, содержание. Пару кредитов мне это добавит, это будет хорошо. Так, давайте-ка я сразу, значит, с этими ребятами поговорю. Значит, я, знаете, что хочу? Я хочу не памятник построить, а я хочу с ними поговорить. Точнее, я хочу стать их покровителем. Вот. А именно, мы хотим инвестировать в Министерство культуры. Так. И чё? Чё, мы инвестировали, да? Тихо. Связь. Вау. Игра. Игра. Не глюч. Почему-то не инвестировалось. Так, вот с этими... Можем мы так. Наличие кураторов. Расскажите нам о тайных вселенных. О тайной вселенной. Расскажите нам то, чего мы еще не знаем. Пожиратель звезд. Расскажите подробнее. Ну-ка. Расскажи мне то, чего мы не знаем. Возможно, вас заинтересует. Мы отметили звездные системы в вашем журнале. Так. Так. Отслеживать. Блин, это вообще где-то здесь. Тайны вселенной. Интересный объект. Да мне туда еще лететь и лететь. Ну ладно. Че ты, через этот ковш-то можешь? Да, он может перепрыгнуть. Отлично. Мне нравится. Так. Так, это чувачок у нас снизу. Ну все, тогда... Блин, дотянулось, нет? Ну смотрите, вот прямо... Да, дотянулось. Смотрите-ка, прямо вот посерединочке прошло. Нормально вообще, мне нравится. Текс. Ух ты, ё, как вкусно. Но я туда не дотянусь ни за что на свете. Ну, разве что я туда пограничный пост сюда воткнул. Только если. Слушайте, а с краешку так, если посмотреть, ресурсов-то... Ну, хотя, ладно, здесь тоже ресурсов много. Текс, что дальше? Стоимость станции... Стоимость строительства, здоровье военной станции. Конечно. Вы еще спрашиваете. Так, а дайте-ка я посмотрю. Что здесь можно сделать? Так. Кто это у нас тут? Кто хочет стать маленьким вассальчиком? Так, а что про них вообще известно? Атомный век. Ага, это, то есть они только ядерные бомбы испытывают. Хорошо. У них, кстати, просто есть вот эта вот штука. Я так что-то краем глаза сейчас заметил. Так. Агрессивное наблюдение. Идеология. Одно из... Есть политика активное изучение. Неограниченное изучение примитивных миров. Я могу любую политику сделать. Первоначальное вмешательство в примитивные миры. Неограниченное. Бабах! Че, у меня влияние уменьшится? Машины взбунтуются против сверхразума? Так, ладно. Так, агрессивное наблюдение. Черт. Гештальт сознания. Стоп, тихо. Сейчас, подождите. Скрытое вмешательство. Агенты подвергают генетической модификации, что выйдет как местный... Ага, понятно. Зонды кое-куда вставляют. Так, как же так-то? Атомный век,
одно из условий должно быть выполнено. Установить флаг индустриализации. А, нет, это не то. Подождите. Почему? Есть технология адаптации генома. Не, у меня такой нету точно. Технологическое просвещение. Так, просвещение примитивных миров. Ну-ка. Так. Чё, я могу с вами что-нибудь сделать? Во, наконец-то. Так. Ежемесячный расход. Не, ну, зато я им дам технологии, они типа такие... Наша общественная культура аборигенов можно будет склонить к нашему образу мышления. Ну, ладно. Мне просто интересно, что будет. Мне просто реально интересно, что будет. 2,5 в месяц. Ну, ладно. Просто прикиньте, сейчас появится новая фракция, которой я скажу, что все, вы мои вассалы. Потому что они ничего против моих кораблей не сделают. Я им сразу предложу, скажу, ребят, вы это, вассальчиками не хотите нашими стать? Да, потом под конец они взбунтуются и, блин, взорвут меня просто. Просто вот так вот. Шлеп. Ну, значит, так тому и быть. Я знал, на что иду. Я знал, чего хотел. Так, вот здесь еще не строится. Сейчас неважно, будет у нас голодать, не голодать, все дела. Сейчас нам как можно больше просто роботов надо заспавнить и все. И как бы это вот наш смысл жизни, можно сказать. Так. Вот сюда еще сейчас воткнем. Не хочу просто терять вот эти тайлы с рудой. Вот пускай лучше уж там будет что-то стоять, чем вообще ничего не будет. Так, вот сейчас вот здесь начнутся проблемы. Вот так вот. Так, исследовать, построить поселенца. Ти-экс. Ну чё, кстати, подождите. Я так что-то и не стал вашим покровителем, или что? Блин, я вообще с ними теперь поговорить не могу. Алло. Ребята, вы чё, обиделись? Блин, игра заглючила. Ну да, видите, я почему-то не могу. Блин, ну это нехорошо. Это не есть хорошо. А торговец, что нас интересуют редкие ресурсы. Мы хотим купить энергокредитов, понятно. Блин, может перезайти как-то в эту игру? Я прям даже не знаю. Какой там? Раз в год сохранение идет. Сейчас, подождите, я просто буквально загружусь. Не, 0.7. Чё так кисло? Блин. Ладно. В следующий раз тогда это сделаем. После перезапуска игры. Не, я просто надеялся, что если хоть меня на месяц откинет, то хорошо. Но на 2 месяца это многовато. Ну, сами, если уж так посчитать. Любопытно. Чё это ты вот здесь что-то изучаешь? Понятно. Так. Вот у нас еще транспортник есть. Я не знаю, может его посадить куда-нибудь. Ну, сядь. Высадка войск. Пускай на планете будут сидеть. Чем мне с них это... Зачем они мне еще понадобятся? Текс. Исследовательская станция. Так, здесь это строится, здесь это. Здесь очистим. Тихо, очистка уже идет. Так, вот сюда я хочу памятник тащить. Но это уже когда я с этими ребятами поговорю. Такс. Еще одного ставим. Почему у меня так много поселенцев, да? О, один! Где ты? Где ты? Сейчас, где ты находишься? Где ты, единственный мой друг? Какой ты, блин, сейчас, а где ты? Покажи, ты где живешь? Где ты живешь? Ай-яй-яй, мы, наверное, никогда уже не узнаем. Ну, скорее всего, вот на вот этой планете, вот на вот этой, где-то вот наш Дектрон. Нет, это тоже Дектрон. Блин, как же вас так... Сейчас фракция, редкие ресурсы, расы, блин. Они все дектроны. Подождите, изменить шаблон. Дектрон. Сейчас, мы вот так вот сейчас делаем. Я думаю, меня это, как это, применить шаблон. Количество выбранных. Я что-то не понял, а что он сделает? Применить робототехническую
То есть, подождите, я при помощи этого шаблона что сделаю-то? Так. Применение шаблона расы к соответствующим поселениям изменяет их признаки, стоимость улучшения. Ха-ха-ха-ха-ха. Я понял, можно всех улучшить просто по последнему писку моды. Но я, честно говоря, пока не горю желанием. Мне просто хочется найти вот этого одного бедного. Ну вот он, да. Дектрон, машина. Это будет у нас просто король. Король, где он тут? Блин, я его уже не найду, походу. Потому что здесь все голубенькие. Сейчас. Вот он, вот он. Сидит в планетарной этой дирекции. Ну да, там ему самое место, на самом деле. Он у нас вообще качок. Ой, блин, как это... Как это здорово. Ой. У меня остался представитель древней расы. То есть это будет тот дедушка, да, такой с бородой, который будет рассказывать. Я еще помню времена войны, когда наша столица оказалась под ударом. Во, смотрите-ка. Появилась новая фракция. Трение на границе. Вы уже с нами, что, заключить пакт о взаимной защите, предложить статус протектора, потребовать дань, предложить стать их вассалом. Мы можем предложить их стать вассалом. Они могут вернуть... Блин, потребовать дань. Мы можем потребовать с них дань. Блин. Открытость. Черт. Как бы мне с вами сделать? Независимая империя. Просто это вот тот союзник, который будет рядом со мной сидеть. Вот, и как бы... будет помогать мне в моих начинаниях. Единственное, вассал это, конечно, хорошо. Но я надеюсь, что я буду развивать с ним, ну, политику вот этого как раз-таки. Ну, понимаете, да? Конечно, пактом о взаимной защите я пока не буду кидаться. По одной простой причине, потому что это очень больно будет. Вот, но выйти на связь и налаживать всяческие отношения я вполне могу. Например, могу ему об исследованиях, значит, предоставить ему информацию, ему дать. Да, пожалуйста, изучай. Так. И, наверное, редкий ресурс ему ничего не даст. Давайте. Я считаю, что это отличная просто фишка и подспорье на все это дело. Вообще, кстати, еще можно гарантировать суверенитет. Заключить пакт о ненападении, гарантировать суверенитет. Так. Чтобы они просто понимали, что мы, как бы это, мы с ними дружим. И что это? Вообще очень жалко, что нельзя, знаете, не то чтобы не империю создать, да, вот, например, ну вот я хочу с человеком вот просто, ну вот, с расой просто очень сильно подружиться. Я просто еще раз перепроверил. Вот, в каком плане очень сильно подружиться? Вот, чисто вот с ними, как бы, ну, либо альянс создать, либо еще что-то. Вот, а здесь единственный способ это, ну, действительно, создать федерацию, да, но я, к сожалению, как милитарист буду тратить два влияния. И федерация, это, честно говоря, ну, такая какашка. Вот, ну, мне, по крайней мере, так показалось. Или подождите, или это не они? Скорпион? Подождите, это вообще не они. Мама, где хамы? Я понял, кто это. Черт возьми. Вы знаете, кто это? Это не те, кого я просвещал, грубо говоря. Черт. Знаете, кто это? Это беженцы, которые отсюда вот сбежали. Это вот отколовшиеся от вот этой империи, я так полагаю, да? Хотя нет. Связанные честью войны, милитаристы. Странно, откуда вы взялись-то? Ну ладно, ладно, хорошо. Ничего страшного. Еще один союзник нам тут не помешает. Уф. Да, ребят, вот такая получилась серия. Мы вот потихонечку начинаем. Что такое? Жители империи устали от коррупции и мелочных эмоций, которые управляют сердцами их правителя. Нам нужен монарх. Что? Которую нужны общественно в целом. А что я сделаю путем жителей империи? Устали от коррупции и мелочных эмоций, которые управляют сердцами их правителей. Нам нужен монарх. Монарх, значит, вы хотите какого-то, ну, кого-то в покровительство, так ведь? Я не знаю даже, что будет. Ну-ка.
протекториат империи и независимый протектор гарантирует их сюзерам стоимость исследований технологий, известных сюзеру, для них снижены на 80%, они становятся вассалом, когда их технологический уровень достигает 50% от уровня сюзина. Ну то есть они типа это, они мне присягнули на верность. А что с вами не так? У вас счастье, голод, блин, фигово, ребят, вам. Я тут ничего даже построить не могу, к сожалению. Это не моя планета. Даже не знаю, ребят, у меня еды нету. Нет, ну я как бы даже лучше и придумать не мог. Вот, ну ладно. Давайте как-нибудь им это подсобим, что ли. Симсалабим. Я, конечно, понимаю, что я сам такой, знаете, как драный кот, но... Блин, я, наверное, слишком добрый. Я не могу в эти игры играть вот так вот прям, знаете, как зло. Я, конечно, понимаю, что передо мной бездушная машина. Вот, и как бы она... Ну, понятно, что... Как бы, я не знаю, вряд ли ответит взаимностью, да, и может мне сразу вогнать нож в спину, но с другой стороны... Ладно уж. Пускай будут. У нас, по крайней мере, трений на границе нет. Нет, есть трения на границе. Сравнительная мощь подданных. Да не пофиг ли? Смотрите, как они там разжились мехами. Ну, видите, да, красные прям появились. Прямо у меня на глазах. И почему-то они как-то по-другому стали выглядеть. Да, конечно, ребят. Давайте, выживайте. Да, вот такая получилась серия. У нас появился маленький питомец. Скоро еще, кстати, появится, потому что... Я когда их просвещу, по-моему, они как раз-таки должны тоже планету какую-то заселить. И у меня будут две расы вассальные. Я надеюсь, они просто не будут со мной, ну, как бы собачиться, да? Я постараюсь как-то там, ну, типа, с ними, я не знаю, подружиться все-таки. Я надеюсь, что они не будут такими же хлюпиками, как вот эти вот товарищи. Потому что я всячески буду им помогать и в исследованиях, и в этом. Потому что, ну, своя голова хорошо, да, вот еще дополнительная голова, ну ладно, дополнительная голова вот здесь вот лучше. В общем, как-то так, ребят, на этом серия подошла к концу, жду вас в следующей серии. С вами был канал Кубидан, до новых встреч, пока!